редакцію. Усім привіт! Сьогодні до редакції завітали організатори середньовічного фесту «Форпост», який вже третій рік поспіль проводиться в Акерменській фортеці. Судячи з афіші, цього року буде безліч концертів, бойові конкурси, зліт байкерів та навіть обіцяють еротичну тусовку 18+. Зараз про все це дізнаємося детальніше. Добрий день, Андрій. Добрий день. Добрий день, Віктор. Привет. Вітаю вас в редакції. Отже, Форпост Фест. У двох словах для тих, хто може перший раз чує цю назву. Що це взагалі таке? Форпост Фест – це смесь етнічного фестивалю. Плюс це технологічний фестиваль, це сльот байкерів, ретро-техніки. Вот, там, машины и мотоциклы. Плюс авиация. Это воздушные шары в основном. Это все вместе. И рок-концерт, естественно. Это все вместе. Этно-фолк-концерт. Также детская зона будет. Будет батут, будет аквагрим, будет рисование песочком. Будут для деток очень много всяких аниматоров. То есть тоже мы подумали, чтобы всей семьей можно было приехать и провести замечательное время. И найти каждому, там, кто луком хочет пострелять из лука, кто... На воздушном шаре покататься. Да, на мотоцикле сфотографироваться. Ну, вот, да. Кухни будут, грузинская будет. Какие еще там кухни будут? Украинская кухня, ирландская кухня будет. Привозят. То есть там фуршетных и других кухонь будет сумасшедшее количество. А еще проезжаю на 3 дня. Где я могу ночевать? Где я буду спать? Есть палаточный городок. Можно ставить палатки в крепости. То есть я могу приехать только со своей палаткой. Я не могу там арендовать. Ну, можно пока, конечно, если в этом успеете. Эти к этому времени. Очень много людей и много желающих. Насколько я знаю, еще будут конкурсы, будут змагания бойові, які саме? Конечно. Конкурсы будут как и среди байкеров, это там, ну, целый ряд конкурсов громкого выхлопа, там, лучшего мотоцикла, дальнего расстояния, там, кто дальше приехал, там, самый взрослый байкер, ну, это вот. Плюс конкурсы будут как у нас рыцарские, там, с байкером, кто какой перетянет. Девушки на конях скачут, да. Стреляют из лука, будут соревнования, гильдия лучников приедет. А вы как-то готовился до этого? Конечно. И тренування було, да, там ну, якісь клуби. Персонал. Да. Тобто, якщо я немного звичайно... лет займаються цим. То, якщо я звичайно глядач, я не можу так поскакати на конях. Ну, в каких-то, допустим, конкурсах, да, розрисувати там машину або там предоставим что еще, допустим, так же вместе вы можете поучаствовать. Но где-то как профессиональные, да, вот между участниками, это, конечно, ну, вам тренироваться. Просто пострелять из лука, конечно, можно. Но это на скаку... Да. Там будет инструктор, который будет стоять, все... показывать, как держать, будет контролировать, все будет в порядке. Все меры безопасности приняты. А там будет конкурс на силу, насколько я вижу, там нужно что-то поднимать. Если я захочу тоже что-то поднять, такая тяжелая, я могу? Пожалуйста. То, что сможете поднять, то поднимите. А если я выиграю, какие я приз? Приз вы получите? Ну, боже мой, ну, сразу скажу, что там получится. У нас много есть призовых. Самый минимальный приз – это бесплатный вход на следующем году. Да. Это самый минимальный это приз. А если это мужчины повзрослее, что-то такое более брутальное, то бутылку вискаря подарим. А покататься на мотоцикле я смогу? Смотрите, легко. Если в пределах безопасности, то есть, ну, если я не умею кататься, я могу просто сесть и... А, сесть, сфотографироваться, да, пожалуйста. Не, а если я хочу навшить пассажиркой. Пассажиркой? Пассажирка легко вообще. Все зависит от инициативы. То есть я правильно понимаю, что аудитория делается на глядачів и на людей, которые будут делать шоу? Конечно. Шоу отдельно будет обязательно, но после шоу, если кто-то хочет проехаться на лошадке или пострелять из лука, любой может подъехать и это сделать. Это за додатковую плату, да? Да, да. А взагалі сколько коштує квиток? На один день, на 3 дня? 150 гривен стоит на один день и 400 гривен на 3 дня. Это как и для байкеров-мотоциклистов, так и для людей, которые не владеют мотоциклами и будут входить через фасадный вход. То есть и глядачи, и участники, которые створюют шоу, они платят одноплатно? А, участники, они, грубо говоря, платят тем, что они развлекают людей. Да. То есть они приехали из далеких городов, кто-то преодолел 200, 300, 500 километров. Некоторые даже везли не просто там какое-то обмундирование или там какое-то...
Да, лошадей, те же луки, технику, лошадей везли, да, да. Постройки с конструкцией разные, там много чего. Найцікавіше для мене питання – це коні. Як вони добираються взагалі до фортеці? А є спеціальна, спеціальна, скажімо так, техніка для перевозки. Спеціальний тож, транспорт, да. Транспорт лошадей. Плюс они едут не день там, а какие-то промежутки времени, их выгуливают, потом дальше опять едут. Они добираются до нас некоторые там по неделе, две недели. Ну да. Я знаю, что с Белоруссии едет дракон. Да, это будет огненный дракон. Огненное фаер-шоу будет сумасшедшее. Я так разумею, это людина в костюме будет. Нет, это будет гораздо глобальнее, это большой секрет. Давай не открываем, да. Это будет интереснее. Я почула про Белоруссию. Сколько стран будет приезжать на фестиваль? Как у нас за тенденция уже двух фестивалей, это вот третий, да, что у нас в основном? У нас Украина, Беларусь, и поехали по большей части страны Балканского, это Болгария, Румыния, была Словения. Франция, байкеры из Франции приезжали, да. Франция, подождите, Македония, по-моему, были. Ну, взагалі, дуже багато людей, да? Что-то балканское. Скільки ви плануєте ось цього року, щоб було... И шоу, и глядачів, скільки усього? Ми планируємо, щоб це троє суток було безостановочне весілля. Ні, я розумію, я маю на увазі, скільки общее количество людей за три дня, я думаю, що 20-30 тисяч чоловік пройде через фестиваль, може бути більше. Ага, а у минулому році скільки було? Около 7, по-моему, 7-8 тысяч ориентировочно, да. Тобто у три рази більше? Очень сильно набирает, больше шоу, да. Ну, людей дійсно буде багато, якщо їх буде 20 тисяч, а ви з цього щось будете мати, я маю на увазі гроші, чи це просто щорічне фонді? Головною болью, точно. Головною болью, точно. Ну, на самом деле, много друзей приедет пообщаться. Да, нам тоже нужно компенсировать затраты, потому что мы приглашаем очень много музыкальных групп, которым тоже нужно заплатить деньги. Туалеты нужно убрать, извиняюсь, да. Территорию мы сами прибираем. Топливо. Будет ли это прибыль какая-то? Да, ну, я сомневаюсь. В прошлом году большой был минус, позапрошлым был очень большой минус. Поэтому это в основном энтузиазм, да, энтузиазм, желание встретиться и сделать что-то большое. Мы вот знаем, что несколько групп мы пригласили. Они хотели там кто 1200-1400 долларов за выступление. Мы с ними торговались, там торговались 700, там 800, как-то вот. То есть мы стараемся привести и хорошую группу, и нет возможности заплатить много, потому что наших, ну, собственных финансов, у нас нету каких-то там супер инвесторов, которые там вкладывают, спонсоров, да. Мы все своими силами тянем. Щодо тусовок, наскільки я розумію, там будуть такі партії, да, в стилі піратів, да. Да. Трошечки детальніше. Смотрите, ну, основная шоу-программа, да, это штука интересная. Да, вот с 12 у нас начинается дня. С 11 даже. Даже с 11. А я бачила, що з 9 экскурсии. Экскурсии, но угу. Шоу-программа, то есть концерт, сцена, задействована, да, вот уже где-то с 11. То есть в 2 часа еще ходите, пока все собираются, подготавливаются, да, потом начинается вот сама шоу-программа. Соревнования, конкурсы, там, перемешка, концерт идет, что-то еще, шоу показывается, ну, постоянно насыщенно чем-то. Ну, мало же, правильно? Даже если это закончится в 11 часов вечера, он же будет все-таки мало, да, он захочется дальнейшего продолжения. Вот для этого пляжные вечеринки. Что такое пляжные вечеринки? Это та же музыка, в принципе, но может чуть уже не огромно, потом... Гитара, костер, при луне, романтика. Костюмы. И вперед. Тоже пираты, да. Ромовая вечеринка Рома. Будет. Она будет, да, на яхте, так? И на корабле? Ну, она что? Не будет, не совсем, она будет рядышком. Понимаете, всех на яхту мы потопим, да, вот зачем? Ну там мелко, но все равно, в принципе, захотите, можно тоже это устроить. Я бачила у розкладі, по-моему, третий день там будет какое-то эротичное шоу. Что это взагалі такое? 18+. Ну, вот 18+. Да, да, это для тех, кто постарше. Кто постарше? То есть детей отправляете домой? Спать, да. Спать. Ага, все, тусовка для детей закінчилася? Ну, я думаю, что к этому моменту дети тоже спать сами по себе. Около 23, скорее всего. Скорее всего, даже позже, потому что точно, чтобы дети спать захотели. Ну, трошки детальніше, що це взагалі буде? Шоу. Ну, я розумію, що... Шоу, стриптиз с эротическими элементами. Скажем так, если мы вам сейчас здесь все покажем,
А, вы зараз хочете показати мені? Ну, окей, смотрите, он приготовился. Вот. Мы все покажем. Ну, а я думаю, сюда не приедете. Вам ось така, как, правильно, такая, чтобы раздеваться эффектнее. Поэтому мы, скажем, немножко с тобой оставим такого права. Еще одну легкой тумнице, интриги, да? Да. Мы все-таки... Да, приїжджайте, посмотрите, насладитесь. Добре, тоді ми бажаємо вам ось цю цифру 20 тисяч людей, спасибо, які приїдуть. Бажаємо успіхів вам, бажаємо успіхів Форпосту. І дякую, що завітали до редакції. Спасибо. Дуже дякую. Редакція.